вашей стране какая часть бюджета используется для развития детей в раннем возрасте? Ну, в смысле, какая часть? Социальная, конечно. Я вот в своем выступлении говорила, что 50% нашего бюджета государственного, который состоит из республиканского и местных бюджетов, он направляется на социальную сферу. Ну, говорить сейчас, что важнее, в какую часть здравоохранения, образования или это социальная поддержка, я бы это не стала делить, потому что социальная сфера, в социальной сфере вклад в раннее развитие, это все-таки взаимосвязано и как система образования, как система здравоохранения, так и социальная поддержка. Как вы думаете, что важнее для детей в раннем возрасте? Что важно для детей раннего возраста? Ну, если брать воспитание детей в семье, я бы сказала, наверное, это прежде всего родительская ласка. Дети, еще будучи нерожденными, а находясь в утробе матери, они это должны чувствовать. Они должны чувствовать, что они нужны, что вот... Как бы это счастье, это для родителей, для окружающих и так далее. Но, к сожалению, не все дети, которые приходят на свет, это ощущают. Поэтому я считаю, что во многом это, конечно, сказывается на его развитии. То ли он будет будущим талантом, то ли он где-то что-то не доберет и в знаниях, и так далее. Ну и, конечно же, когда при появлении уже этот ребенок, он должен... это внимание ощущать, и не просто ощущать, он должен общаться, взрослые люди должны общаться с этим ребенком. И тогда, наверное, вот это то, что он еще при появлении почувствовал, что он нужен обществу, это сознание будет в нем укрепляться. Поэтому все, обычно же говорят, все дети, они это личности, только можем ли мы их развить или не можем, это все-таки зависит от окружения, от семьи, от общества, от государства, то есть на сегодня, конечно, рождение ребенка это, и вообще воспитание детей – это не только забота самой одной семьи. Я считаю, что это забота всего общества. И здесь и система образования, и система здравоохранения, то есть это государственная как бы власть, да, и семья, и в целом общество. Мы должны воспитанием детей заниматься все вместе.